привет! Сегодня я решила записать видеообзор для вас на увлажнитель ультразвуковой для воздуха Марта. Модель МТ-2694, насколько я помню, но название будет указано в видео, соответственно, под видео, поэтому, если вдруг я ошиблась, извиняйте. Вот, по поводу увлажнителя для воздуха. Мы его приобрели по очень такой выгодной цене. Стоимость составила вместе с доставкой до пункта выдачи 1726 рублей, по-моему. То есть, ну, 1700 с копейками. В принципе, сейчас в магазинах этот увлажнитель воздуха стоит 2490 рублей. Поэтому, ну, в принципе, он не такой дорогой, но меня подкупило то, что здесь очень много функций. То есть не просто там вкл-выкл, а есть функции, есть пульт управления, соответственно, этим увлажнителем воздуха. И еще то, что здесь бак на 4,2 литра. То есть, соответственно, достаточно большой объем воды сюда входит. Давайте с вами посмотрим на сам увлажнитель воздуха, то есть что он из себя представляет. Соответственно, крышечка в отделение, куда заливается вода, то есть вот такое вот само отделение. Отсюда выходит пар, сюда ни в коем случае нельзя заливать воду, вода заливается вот сюда, вот, ну, как бы, вот в эти два отверстия. То есть, в принципе, это одно единое отделение, но сюда, сюда воду нельзя заливать. Верхнее отделение снимается, соответственно, здесь у нас какая-то помпа находится, но, честно, я не знаю, что это такое, фильтр, тоже какой-то фильтр, и как бы все. Ну и вот это вот отделение, куда тоже поступает, куда сюда тоже поступает вода, и отсюда происходит испарение, то есть через вот этот фильтр вода проходит, точнее пар проходит вот сюда вот и выходит наружу. Вот и вся незамысловатая конструкция данного устройства. Вот также здесь есть еще вот такая вот штука, то есть откуда выходит пар, ее можно регулировать, но, если честно, она очень проблематично регулируется, то есть если ее там покрутить, может быть, можно настроить. Вот так. Здесь сзади также присутствует отделение для аромамасел, то есть оно выглядит вот так, как подушечка, куда капает несколько капель аромамасла и, соответственно, вставляется обратно и происходит распыление, потому что в саму емкость аромамасла добавлять нельзя по инструкции. Ну, соответственно, этого я не проверяла, поэтому сказать вам ничего не могу. Соответственно, по функциям самого аппарата. Это ультразвуковой увлажнитель воздуха. Здесь, ну, что из удобств и из заявленных производителем характеристик, скажем так. Действительно, то, что здесь можно заливать воду прям, скажем так, не снимая бак. То есть вы просто подошли, долили воды, закрыли, и он дальше продолжает заниматься своими делами. Вот. Время работы 36 часов. Но, если честно сказать, я не проверяла, не могу сказать вам точно, насколько эта информация правдива, потому что я просто включаю его на ночь, с утра выключаю. Либо там в течение дня, допустим, происходит включение. Дальше. Площадь обслуживания 45 квадратных метров. У нас площадь комнаты 25 квадратных метров, но с учетом того, что у нас нету дверей. То есть у нас нет дверей, и влажность воздуха он показывает периодически от 60 до 70%. Ну, я имею в виду, когда он работает, потому что при первом включении он показал нам влажность воздуха что-то там 39-41, вот так вот он показывал. Ну, соответственно, сейчас он периодически, сейчас, точнее, он ежедневно работает, и поэтому влажность воздуха повысилась у нас в квартире. Но это ощущается. Опять же, сейчас зима, отопительный сезон, батареи фигачат как только могут. Вот. Также здесь есть таймер. Вот. И, соответственно, поддержание заданного уровня влажности. То есть таймер вы можете поставить, таймер, чтобы, допустим, через 6 часов он отключился, там, или через час, или через 2, то есть как хотите. А поддержание заданного уровня влажности, там тоже есть такая функция, вы можете установить, допустим, влажность там 80%, то есть как только он достигает данный уровень влажности 80%, он выключается. Вот. Сейчас давайте посмотрим, как он работает. Сейчас я залью в него воды и включим.
Вот. На самом деле скажу еще один момент. В первый раз, когда мы его принесли, включили, я залила сюда воды, он почему-то не заработал. То есть, возможно, нужно было снять вот эту верхнюю часть, как я вам вначале показывала, и, соответственно, там что-то, я не знаю, покрутить или просто снять, поставить. Потому что, когда я сняла, поставила, все заработало. Вот. Точнее, работать-то он работал, просто пар не выходил. Поэтому вот так вот мы заливаем воду. Здесь сбоку находится показатель воды. То есть, в принципе, как бы вы до максимума долили, вам не обязательно там на глазок примерять. Мы с вами залили воду сюда, закрываем крышку. И, соответственно, включить увлажнитель вы можете как на сенсорной панели. Панель очень удобная. От буквально легкого прикосновения она включается. Соответственно, здесь есть кнопки. Вот. Также они есть на пульте управления. В принципе, с пульта вы тоже можете его включать. Выключать, пожалуйста. Вот. Данная кнопка является регулировкой мощности. То есть, насколько сильно будет испарение. То есть, вот смотрите, идет пар, я нажимаю кнопку, на 2 капельки ставлю, то есть это средний уровень, соответственно, он у нас пошел, и на 3, соответственно, он еще сильнее повалил. То есть, в принципе, вот начинается распространяться влажность по вашему дому. Здесь указывается, это гигрометр, соответственно, он указывает уровень влажности в квартире. Вот, на данный момент он показывает у нас 64, как я уже сказала ранее, при включении, при первом он показывал 39-40. Вот, и это с учетом того, что у нас квартира без дверей, то есть у нас нету дверей, соответственно, все комнаты продуваются, поэтому данный аппарат, рассчитанный на 45 квадратных метров, вполне прилично справляется с 25 квадратами в нашей комнате, при этом увлажняя всю квартиру, скажу вам так. Вот. Что еще из функций здесь есть? Подсветка. То есть вот здесь вот, скажем так, она включается и выключается, меняются цвета сами по себе. Вы никак на это не влияете. Ну вот, подсветка также распространяется и на линию воды, то есть на уровень воды. Вот, соответственно, эту подсветку вы можете как включить, так и отключить. На дисплее у вас отобразится, ну, как бы включена она или выключена. Вот. Что еще здесь есть? Здесь есть ночной режим. То есть, соответственно, для того, чтобы ночью, если он где-то стоит у вас, например, на тумбочке, чтобы вам не светило это в лицо, в глаза, там не бил свет от него, вы можете нажать на кнопочку «Ночной режим». Соответственно, дисплей отключится. Вот. А подсветку, ну, вы, естественно, выключаете вручную. Выключили подсветку, выключили табло, пожалуйста, все. У вас ничего не горит, ничего не светит. Увлажнитель работает. Дальше. Что у нас из функций есть еще? Ну, как я говорила, уже таймер. То есть вы просто можете установить через час, два, три, четыре, пять, вот, и так далее. То есть, по-моему, до 12 часов. Да, до 12 часов. То есть просто вы дощелкиваете за 12, и он выключается. Это таймер. Через сколько вы хотите, чтобы увлажнитель воздуха перестал работать, то есть чтобы он отключился. Вот, а также уровень влажности. То есть вы можете установить уровень влажности, например, ну, грубо говоря, там 80%. Здесь, опять же, на дисплее загорается, ну, как бы настройка о том, что вы настроили уровень влажности, и он у вас будет работать на поддержание. То есть, соответственно, как только уровень влажности достигнет 80%, он выключится. И по идее, ну, я еще этого не проверяла, когда уровень влажности упадет ниже заданной нормы, он должен включиться. Но это не точно. Поэтому не могу вам этого обещать. Вот. Соответственно, ну, в принципе, вот и все функции данного увлажнителя воздуха. Ну, за, как я вам уже ранее сказала, за цену, там, я говорю, цена была 1600 с чем-то, плюс 99 рублей была доставка в пункт выдачи. Это, я считаю, что просто прекрасная цена, шикарная стоимость данного аппарата, потому что за 1600 рублей, за 1700 рублей вы не купите увлажнитель воздуха, там, с
таким набором функций. Данная модель нас вполне устраивает, особенно ее ценовая категория, потому что, опять же, говорю, там я читала очень много отзывов, они либо за такую цену, в принципе, в пределах 2-2,5 тысяч продаются увлажнители воздуха, либо, скажем так, без каких-либо функций, просто залил воды и включил, плюс объем бака, потому что, опять же, здесь 4,2 литра, нам хватает этого бака на где-то 2-3 дня, опять же, в зависимости от того, насколько там часто я его включаю и как часто он работает. Соответственно, если, допустим, объем бака у вас будет там литр или меньше, или там чуть больше, соответственно, вам нужно будет постоянно заливать сюда воду. Вот. Если вы готовы ходить заливать воду, то не вопрос, пожалуйста. Соответственно, плюс еще вот эти функции, которые, опять же, там ночник, например, ночная подсветка, точнее, вот эта подсветка, она нафиг не нужна, мерцание. То, что есть ночной режим, это плюс, то, что можно его выключить дисплей, он не будет светить вам в лицо, потому что, допустим, данный увлажнитель воздуха стоит у меня на тумбочке, и мне не очень хочется, поворачиваясь, видеть этот свет, бьющий в глаза. Вот, соответственно, что еще из нужных функций? Регулировка мощности, то, что есть три режима. И, в принципе, все, наверное, потому что, я говорю, плюс еще в том, что здесь есть встроенный гигрометр, который показывает уровень влажности в квартире. Но, опять же, я думаю, что он чуть-чуть прибирает, потому что, другого гигрометра у меня нет, чтобы проверить. Но, в принципе, в общем и целом, я думаю, что общую обстановку он вам будет показывать. То есть, что действительно, какой уровень влажности у вас есть в квартире. Соотношение цена-качество больше, чем устраивает. Потому что, я говорю, даже если там он будет стоить, мы попали на акцию, если даже без акции его за 2,5 тысячи брать, это достаточно приемлемая цена для увлажнителя воздуха. Потому что мы смотрели другие увлажнители приблизительно с таким же набором функций, они начинались от 4-5 тысяч. Купить, опять же, из-за того, что я, допустим, не понимала, не знала, насколько это будет нужно, необходимо и вообще, и будет ли иметь смысл данное устройство в нашем доме, то покупать там за 5 тысяч... Вот, кстати, о птичках. В процессе работы я установила, когда мы с вами видео записывали, я установила уровень 80... уровень влажности 80, соответственно, процентов, он достиг этого уровня влажности и перестал работать. Соответственно, если я этот уровень влажности уберу, пожалуйста. На кухне у нас, я не знаю почему, у нас всегда влажность больше на кухне, чем в комнате. Вот, и опять у нас повалил наш пар. То есть, соответственно, уровень влажности вы убрали, настройку эту, и, пожалуйста, он работает. Вот, так что вернемся к цене и к стоимости. Считаю, что за эту стоимость аппарат очень хороший, и если вы не хотите переплачивать, если вы не знаете, нужен вам увлажнитель или не нужен, конечно, можно попробовать купить там увлажнитель рублей за 800, но, опять же, будет ли от него толк, особенно в квартире, будет ли это как-то ощущаться, непонятно. То есть, за 1,5-2 тысячи купить увлажнитель с хорошей мощностью, с хорошим излучением, скажем так, вот, и им пользоваться. Вот, мне кажется, это вообще прекрасно. Эта модель прекрасный вариант, потому что у них, в принципе, есть там модель еще какая-то там 2693, по-моему, еще какие-то модели, то есть без дисплея. Но, в принципе, я говорю, так как мы попали на акцию, и модель без дисплея стоила дороже, чем вот эта модель, то само собой выбор был очевиден, что мы взяли ее. Вот, и, в принципе, ничуть не жалею. Единственный момент, насколько долго он проработает, прослужит и не приключится ли с ним чего-нибудь. В принципе, если что-то случится, я добавлю это в описание. То есть, если он там сломается. Пока на данный момент он работает у нас 2 недели. Все прекрасно. Дышать намного легче стало в квартире. Опять же, там для мамочек с детьми. То есть, очень даже, я считаю, что полезная вещь, потому что зимой батареи шпарят, и просто невозможно дышать. Вот, в принципе, если вам понравился этот обзор, если он был для вас полезен или чем-то помог, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и буду рада видеть вас снова.